Давай. Всем привет, ребятишки. У меня сегодня будет такая кукла распакована. Я сейчас ее нажму. Майка, майка. Ну, доставай, покажи деткам, какая у тебя красивая куколка. Ну, сейчас мы ее достанем. И вот зверечка, я сейчас ее достала. И вот такая там. Угу, доставай куколку. И доставай сейчас куколку. Это у нас тоже доставается. Класс, какая куколка. Папа мне говорит. Ой, вот это она. Угу. И сейчас она застывает. Давай. Так, и что она еще говорит? Сейчас мы узнаем. На английском говорит, да? Да. А я не могу это. Ничего. А что она говорит? Я вам сейчас покажу, какая там инструкция. Давай, покажи. Вот не говори, это все детки говорят. Так, смотрите. Я еще вам покажу свою собачку и, конечно, куколку еще одну. Которую точно не успевает. У ней есть батарейки. Если ее долго-долго держать, она поломается вообще. Вы видите, как мы разговариваем, а она с нами. И вот тут еще написано «во». Тут держать долго. А вот, а не надо ее держать. Ну-ну. И все. И я вам сейчас покажу, конечно же, свою. Выключи куколку. И мы сейчас будем свою собачку включать. А собачку как зовут? Хэппи, конечно же. Танцуй! А что еще собачка умеет? Да, конечно, еще умеет. Ну, рычит, да? Да. Ух ты, ничего себе. А за кошкой она бегает? Да. А ну? Где кошка? Где кошка? Где кошка? Где кошка? Где кошка? Где кошка? Ну, видишь, она. А какие она еще команды знает? Крути хвостиком. Так.
еще вам покажем мою новую еще одну куклу. Mm-hmm. Это вообще вот такая кукла. Старшая сестра. А, они вместе танцуют, а ну? Как куколка танцует? Ля-ля-ля-ля. Класс. Опа. Эта кукла на шпагат садится? Класс. Да ты что? Ну все. Здорово. И еще одну песню она может танцевать. Ну все, давай деткам попрощайся с детками, скажи, пока мне надо на улицу идти. Ну, пока мне надо не уже. Ну, пап, я не хочу идти. Мы уже шли на улицу. Попрощайся с детками. Я не хочу. Скажи, детки, пока, пока всем. Нет, я не хочу. Хорошего вечера.